Товарищи, эй, друг мой, вы меня слышите? Ага. Но он пошевелится, если я в него скрепку брошу. Собственно, я в ответе за все поступающие... Стоп, сначала, пожалуйста. Кажется, мозг заснул. Я говорю, с такой бородой можно совершить переворот на Кубе. Эй, ты какой-то облезлый. Эй, я тебя увидел. Мне бы еще немножко времени. Уволен. Если честно, меня интересует всего одна девушка. У нас очень умный алгоритм подбора пар по индивидуальным параметрам. Конечности с кольцевым креплением. Чипс! Как вы незаурядны! Я весь в трех эпитетах. Храбрец, романтик. Да вы просто мечта любой женщины. А дельфин это! Дельфин! На дельфина вообще не похоже! Да. Подружи! Куда ты прыгнул? Я не корабль имел в виду, а шлюпку! Ты с ним! Будет вас от акул защищать! Понял! Иди сюда! Эй! Привет! Ну, что говорил? Я тут недавно вычитал эти все фантазии от недовольства жизнью. Шерил? Да, Шерил Мелхов. Я в Исландии. В Исландии? На отметке 18 тысяч футов. Как снег. Тот. За акулу написал и про вулкан. Слушай, а ты где там, а? В Гималаях. Твои глаза, как два горных озера. Я Уолтер. Шерил, как хочется с тобой к вершинам. Тогда жди моего зова, пришлю с верным слугой пару стров. Сокол, незаурядно. Пойдемте со мной, если моя реклама не испугала. Да? Кто ж от такого откажется? Шерил! У меня тоже есть творческое хобби. Так, балуюсь. Уолтер, с ума сойти! Ходил с панковской стрижкой и мечтал покорить мир.